Вот это такой новогодний мышонок, колпаки. Его зовут Баксик. Вот такой вот красивый у него. Вот такой вот колпак новогодний. И шарфик тоже новогодний. Вот. Тут еще и такая тросточка новогодняя. Вот. С бантиком. Вот. Чтобы было красиво. Сам такой необычный, вот такого вот цвета, вот такой носик. Носик вот такой черный. Вот такая мордочка, вот. С усиками, вот. Ушко вот такое вот. Красивое. Шапочка, она к нему приделана. Поэтому шапочка не снимается, вот. Ушко вот такое вот могу показать, вот. Вот такая мордочка, вот. Кстати, у него два глазика рядом. Такие вот красивые глазки. Вот. Глазки вот красивые у него. Поэтому тут. Вот. Такая красивая мордочка. Вот у него даже ротик сделан. Не знаю, как мне удастся ротик показать. Ну вот он сделан. Вот. Ротик. Это у него красиво так, чтобы было сделано. В общем, задумка мне этого мышонка нравится. Задумка хорошая, вот. Спереди вот лапки. Ну, лапки тут такие. Их не особо видно на видео. Потому что их тут как бы не сделано, вот. Поэтому вот. Тут смотрим на животик. Животик вот есть, вот. Сбоку есть, вот. Бок у него вот такой, вот. Зад вот. Тоже есть, вот. Хвост такой. Ну, хвост, он вот такой. А сбоку выглядит, вот. Вот, целиком сбоку, если показывать. Если показывать целиком. И сзади вот можно тоже целиком вот показывать вот такую вот замечательную мышу. Вот такой вот хвостик у нее. Еще раз покажу хвостик. Снизу, она выглядит вот таким вот образом. Снизу как будто очертания для лап есть. Но тут их не сделано, поэтому их не видно. Только очертания. Чтобы догадываться, что тут лапы есть. Больше я не могу сказать. Вот. Про эту новогоднюю мышь. Вот сверху. Сверху она смотрится. Вот. Так вот. Не знаю для кого какой верх. Присуще правильно, но показывал вот колпак тоже. Тоже вот такая вот мыша. Скажу. В целом мыша очень красивая такая вот. Даже можно больше личика ее показать вот. Больше. Потому что личико у нее довольно такое вот красивое. Вот. Думаю, вот это вот, вот очень такая красивая новогодняя мыша. Вот у нее. Вот такой вот посох, он правда. Ой. О, вот. Выпрямился посох. Он. У нее был сделан немножко невыпрямленный. Вот. Так она выглядит вот спереди. Поэтому должна всем понравиться. Обязательно. Вот такая вот замечательная мышка. Вот.